Добрый вечер. В эфире «Вести Карачао-Черкесия», в студии Ярослав Чекланов. Сегодня глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний в ауле Гюрюльдеук. Здесь в новом учебном году распахнул свои двери для 112 учеников новый образовательный комплекс в формате «Школа плюс детский сад». Подробности у Мурата Джанкезова. Современная двухэтажная школа построена на месте ветхого маленького здания старой. Если раньше дети учились в две смены на 450 квадратных метрах, то сегодня общая площадь новенького здания составляет около 4000 квадратных метров, и все учатся в одну смену. В просторную и комфортную школу на 165 ученических мест сегодня пошли 11 первоклашек. Впервые торжественным поднятием флагов России Карачаево-Черкесии началось праздничное мероприятие со школьным новосельем, приуроченным к столетию республики, собравшихся поздравил глава региона Рашид Темрезов. Мы отмечаем День знаний в новой, красивой, инновационной и оснащенной школе современным оборудованием. Скажу вам честно, такой школе позавидовал бы, наверное, любой бы и городской школьник. И как сказал наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, равное качественное образование для всех. Именно такую цель наш президент и ставит перед всеми органами власти. Поэтому обеспечение доступности образовательных услуг, создание условий для качественного образования, воспитание и развитие детей – это одна из первостепенных задач, которая стоит как перед органами государственной власти нашей страны, так и перед всей Карачаево-Черкесской республикой. Пусть ваш путь в мир знаний будет легким и интересным. Хочу пожелать вам больших побед и успехов в учебе и на пути взросления. С особым трепетом ждали открытия новой школы и родители учащихся, которые выразили искренние слова благодарности. Становится лучше и наряднее наша Карачаево-Черкесия. А самое главное, для детей создаются прекрасные условия для их умственного, физического и эстетического развития. Огромное спасибо еще раз от всех благодарных жителей нашего аула. Главное событие праздничного дня – это первый звонок. Заливистый его перезвон напомнил всем, что пора в школу за парты. Глава республики Рашид Темрезов ознакомился с условиями, в которых учатся школьники и воспитанники детского сада. Для детей и учителей здесь созданы прекрасные условия для качественного образовательного процесса. Просторные классы, оснащенные новейшим инновационным оборудованием, вместительный актовый зал, столовая и спортзал. На территории школы построена современная уличная спортплощадка с двумя полями, а также детские игровые площадки для воспитанников детского сада, которые посещают около 40 дошколят. В этой школе созданы все условия со всеми стандартами, которые требует наша образовательная система. Наши дети будут учиться в одну смену, что это очень хорошо, благоприятно. А в старой школе мы занимались две смены. Было очень неудобно. И перемены были очень коротенькие такие, которые не соответствовали санитарным нормам и правилам. Ну, на данный момент мы имеем уже совсем другие условия. Это одна из лучших школ нашей республики, так скажу. 1 сентября – особый волнующий праздник для тех, кто впервые переступит школьный порог, и для тех, кто сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытии школьной дороги. Ко всем напутствиям и поздравлениям в адрес учащихся и педагогов присоединяется и наша съемочная группа. Мурат Джанкезов, Олег Молхожев, «Вести Карачаево-Черкесия», Гюрюльдеук. Сегодня во всех образовательных учреждениях Карачаево-Черкесии прошли торжественные линейки. В Хабесской школе имени Рафаэля Арашукова пришли на торжество 800 учащихся, из них 94 первоклассника. Почетное право поднять государственный флаг России под гимн страны предоставили ветеранам педагогического труда и отличникам учебы. В День знаний наградили и лучших учителей школы. Также впервые открыли этнокласс по углубленному изучению родного языка. От имени главы Карачаево Черкесии собравшихся поздравил министр труда и социального развития Руслан Шаков. Это особо памятное событие для первоклашек и выпускников, для родителей и педагогов. Для вас, ребята, это начало интересной жизни, время, когда закладываются основы знаний, проверяются ваши способности
раскрываются таланты крепкого здоровья, отличной учебы и плодотворной работы. А в средней школе аула Малоабазинска Адыгейхабльского района прошло памятное мероприятие в честь известного абазинского поэта, песенника, прозаика, переводчика и журналиста Пасарби Цекова. 1 сентября ему исполнилось бы 100 лет. Отрадно, что школа носит имя человека, который внес большой вклад в развитие литературного и музыкального наследия абазинского народа. На линейке читали стихи Пасарби Цекова, вспоминали его творчество. 9 первоклашек, перешагнувших сегодня порог школы, делились своими впечатлениями, а взрослые – пожеланиями. В этом году я принимаю первый класс. Это у меня первый набор, я очень рада этому. Деточки у меня неплохие. Пожелаю детям всего самого хорошего, здоровья самое главное и рвения в учебе. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии кратковременный дождь и гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 15-20, в горах до плюс 14, а днем 28-33 градусов тепла и местами до плюс 27. Высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 17-19, а днем 30-32 градусов тепла. Готовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на все. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б. Телефон 8-938-030-3050. Зовут меня Злыднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Продолжаем выпуск. Имена казаков, героев Первой мировой войны увековечили в станице Исправной. Мемориальную доску с именами георгиевских кавалеров установили в храме архистратига Михаила. На открытии выступили представители власти, духовенства, казачества, научного сообщества и общественных организаций республики. Подробности у Али Баташева. На памятной плите имена 50 казаков Кубанского казачьего войска, награжденных георгиевскими крестами и медалями за боевые отличия в Первой мировой войне 1914-1918 года, завершает список Тихон Яценко, родственник жительницы Исправной Ольги Кияшко. Я почувствовала, что вот, во-первых, гордость, во-вторых, что вот все равно возвращается действительно память, вот все, все равно они не забыты, и вот я, и вот и мы вспомнили о нем, и конечно, очень жалко, вот я вот даже заплакала, потому что вот что им пришлось пережить, вроде они воевали за все, за отечество, за веру свою. Открытие мемориальной доски – это событие, масштаб которого сложно переоценить, говорили выступающие. Первая мировая была войной с внешним врагом, за которой следовало установление нового миропорядка. Подвиги многих солдат и офицеров были на долгое время незаслуженно преданы забвению. Сохранять память о военных, о военнослужащих, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь служению своей родине. Это очень важно, потому что молодое поколение должно брать с кого-то пример. Если мы не будем сохранять сегодня эти традиции, не будем их продолжать дальше, это умрет, и мы получим те события, которые мы сегодня видим в ближайших странах, которые нас окружают. Хочется обратиться ко всем жителям, не только станицы Исправной, но и остальных станиц Карачаево-Черкесии. Поройтесь в своих семейных архивах, посмотрите фотографии, поспрашивайте старшее поколение, которое еще живо, чтобы иметь возможность пофамильно восстановить всех героев Первой мировой войны и героев других славных событий.
Настоятель храма архистратига Михаила в станице Исправной Александр Якушев вручил благодарственные письма предпринимателю Дмитрию Крикунову, историку Наталье Кратовой и всем причастным к восстановлению имен героев и открытию мемориальной доски. Затем о всех отдавших жизни за родину казаках был совершен молебен в памяти георгиевских кавалерах Кубанского казачьего войска. Почетным караулом пехотного кубанского полка был произведен троекратный оружейный залп из винтовок Мосина. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. И возвращаясь ко дню знаний, сегодня в колледже индустрии питания, туризма и сервиса Черкесска открыли современные мастерские по компетенции поварское и кондитерское дело. Закуплено новое оборудование, соответствующее мировым стандартам. Альбина Ламкова продолжит тему. Торжественная линейка этого года для колледжа индустрии питания, туризма и сервиса стала знаковой, поскольку учебное заведение укомплектовали новым оборудованием. Для студентов открылись две мастерские. В этом году в республике открывается 6 прекрасных мастерских, что является грандиозным событием. Уверен, что основными определяющими успеха колледжа станут профессионализм и самоотдача. Перерезав красную ленту, почетные гости направились на экскурсию. Уже в холле накрыт стол. Все блюда приготовили сами студенты. Хоть угощения привлекали внимание, но все направились знакомиться с новым оборудованием. Всего было укомплектовано две площадки. По компетенциям кондитерское дело и поварское дело. Темп этим изменениям задала реализация федерального проекта «Молодые профессионалы национального проекта образования». Студенты уже на практике опробовали его. Одно из ключевых направлений в работе с новым оборудованием – это простота использования. Работаю, колледж позволяет взять свободное посещение и получать новые знания на других оборудованиях, более легче работать. Какое блюдо ты сегодня приготовил для гостей? Конфеты в корпусе, корпусные конфеты. Из белого шоколада и молочного ганажа. Обучение на новом оборудовании позволит студентам получать качественное профессиональное образование, а преподавателям специальных дисциплин и мастерам производственного обучения повышать квалификацию. Я вам хочу предоставить вот самые новейшие у нас взбивальные машины, робокопы, на которых мы работать можем шоколадом, измельчать его, не только измельчать, но и готовить шоколадные пасты, шоколадные глазури, мастику шоколадную, с которой можем готовить различные виды скульптур, различные виды цветов. Легко, когда есть все под рукой, и можно не на пальцах показать студенту, а показать именно на практике, как работать с тем или иным оборудованием. Поэтому здесь сейчас поставлена планка для того, чтобы наши дети получали повышенные знания. Именно такие знания помогут молодым специалистам достойно проявить себя на рынке труда не только в нашем регионе, но и по всей стране. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. В первый день осени по-настоящему летняя погода, но пора готовиться к морозной и снежной зиме, задуматься о покупке роскошной шубы, тем более сейчас это можно сделать с выгодой, рассрочкой или большой скидкой. Сегодня в Черкесске открылась выставка продажи меховых изделий «Снежка». Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Меховая выставка «Снежка» с 1 по 4 сентября включительно в Центре развития предпринимательства распахнула свои двери. Попав на выставку «Снежка», глаза разбегаются от обилия качественных и шикарных меховых изделий. Огромный ассортимент превосходит все ожидания. Полностью обновленная коллекция порадует покупателей, а опытные консультанты смогут помочь каждому с выбором по фигуре и по карману. Администратор Наталья рассказала об идеальных условиях рассрочки. Это займет всего лишь 20 минут вашего времени. Мы приглашаем всех жителей города и гостей города к нам на выставку и продажу норковых шуб. Мы открываем новый сезон 2023 года. И, пожалуй, наверное, в первый раз у нас представлен настолько широкий ассортимент изделий. Мы расширили цветовую палитру, добавили ассортимент в наши изделия. И теперь, учитывая количество изделий, любой покупатель сможет выбрать себе шубку по душе.
Нами созданы абсолютно все условия, чтобы купить шубку. То есть можно и наличный расчет, тогда мы сделаем скидку. Но можно приобрести шубку в рассрочку, без первоначального взноса, без переплат. И тогда вы гарантированно получите еще и песовую жилетку в подарок, что, я думаю, тоже является очень приятным бонусом. Вот. Максимальный срок рассрочки – 36 месяцев. Для этого нужен только паспорт, никаких денег сейчас платить не надо. Забирайте шубку сразу. Кроме того, каждое изделие имеет электронный паспорт со своим индивидуальным номером. Любой покупатель может легко с помощью телефона определить сам всю историю шубы, убедиться в том, что это страна производства ее Россия, когда отшито изделие. Ну и гарантийный талон мы, соответственно, каждому покупателю даем. И сертификаты на каждое изделие наше тоже имеются. Консультанты с нетерпением ждут своих покупателей и с легкостью помогут подобрать лучшие варианты в Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8, с 9 утра до 20 часов. Все дни выставки для вас доступна рассрочка на 3 года, без первого взноса и переплат, плюс меховой жилет в подарок. Альбина Курачинова, Кенжева, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести, а прямо сейчас продолжение исторического сериала «Елизавета».